На протяжении десятков тысяч лет люди лечили недуги, ранения и даже укусы ядовитых змей с помощью травяных отваров и зелий. Зельеварение так прочно вошло в нашу культуру, что и сегодня мы знаем о полезных свойствах чабреца, ромашки, календулы, мяты и многих других трав. До 18 века в большинстве стран мира медицинскую помощь населению оказывали знахари. Так было и на Руси, до тех пор, пока Петр I не пригласил на должность личного врача голландского доктора Николаса Бидло. Путешествуя по Европе, Петр видел большие госпитали, которых не было на Руси. Понимая необходимость медицинской реформы, император дал Бидло задачу – создать в Москве первую в России больницу и медицинскую школу. Бидло исполнил указ. Больница была открыта в Лефортово и работает до сих пор. Сегодня она называется Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Именно отсюда происходят все первые профессиональные врачи в России. Во второй половине 18 века в России свирепствует оспа. Императрица Екатерина II, узнав о новом методе, способном защитить от болезни, решает привиться одной из первых, демонстрируя своим подданным пример мужества. Как оказалось, если здоровому человеку вколоть немного содержимого из язвы на теле больного, то оспа будет ему не страшна. Пережив несильные побочные эффекты, Екатерина оказалась под защитой от оспы до конца жизни. В том же году ею был издан указ об обязательном оспопрививании для всей страны. В 1853 году выдающийся ученый-анатом и основатель военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов первым в мире применил эфирный наркоз на поле боя. Благодаря ему раненые солдаты стали легче переносить операции по извлечению пуль, ампутации конечностей и многие другие. До этого пациентам приходилось переносить большие страдания на операционном столе. В 1882 году Илья Ильич Мечников обнаружил явление фагоцитоза, одну из ключевых функций в иммунной системе животных и человека. За это открытие Мечников получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Через 6 лет врач-терапевт, физиолог и патолог Сергей Боткин, исследуя заболевание печени, впервые обнаружил вирусный гепатит А, который и сегодня называется болезнью Боткина. Помимо множества научных исследований, Боткин успешно занимался организацией медицинского дела. Благодаря ему в России появились санитарные кареты, прообраз скорой помощи, женщины начали получать медицинское образование, а бедные слои населения – бесплатную медицинскую помощь. Бактериолог, иммунолог и эпидемиолог Владимир Хавкин первым в мире создал эффективную вакцину от холеры. Чтобы доказать ее эффективность, ученый сделал укол самому себе. Вакцина оказалась безопасной и спасла десятки тысяч жизней. Через 4 года Владимир Хавкин изобрел первую вакцину от чумы. Именно благодаря ему была остановлена последняя крупная эпидемия этой страшной болезни. Советский вирусолог Михаил Чумаков впервые выделил вирус, вызывающий клещевой энцефалит. А в 50-х годах 20 века, благодаря его работе по вакцинированию населения, более 60 стран мира победили страшную детскую болезнь полиомиелит. В
В 1942 году, в тяжелейший момент Второй мировой войны, другой советский эпидемиолог Зинаида Ермольева разработала аналог пенициллина – крустазин. Этот важнейший антибиотик спас сотни тысяч жизней советских солдат, предотвратив массовые инфекции и ампутации. На протяжении десятков тысяч лет люди пробовали лечить недуги, ранения и даже укусы ядовитых змей с помощью знахарей. Но благодаря открытиям наших великих предшественников и новым технологиям, сегодня мы как никогда умеем спасать человеческие жизни.